Все ждут праздника. Кровь, кишки. Блипы? Поехали. Вылазить. Так, ладно. У меня сверху вылезает стрелок с большим страшным термолонцом. На самом деле это горняцкий какая-то термолонец. Термолонец. Меч-леденец буквально. Да. Так, здесь у меня вылезает еще одна зверюшка. Ну, это на самом деле, видимо, тот, который свалил. Здесь у меня вот этот маркер, он перемещается. Угу. Он не перемещается не за... Вот здесь маркер, он... Сюда кто-нибудь вообще смотрит? Нет. Нет. Да, с вашего позволения, этот маркер вот сюда переместится. Окей, да. Какая быстрая тварь. Я вполне себе счастлив. Давай сюда. Поправка. Общий пункт. Несколько тварей. Так, и еще один маркер, который вот тут. А вот оттуда, да, у нас выбегает, соответственно, зверюшка. Оттуда выбегает. Три. Конечно. Я спорю. Значит, попытка чаржа. Интерапт, видимо, да, у нас идет? Да. Сейчас, подожди. Че вы там делаете? Выбежали? Побежи вперед, я хочу крови. Ты их видишь. Да, я их вижу, но у меня в руках меч. Нет, у тебя и болтер. То есть в одной руке я ничего не убирал, я просто... Да, он если с что, болтером тоже можно бить. Да, ты умеешь стрелять с одной руки из болтера. Он же амбидекстер еще. Да, базовое умение. Да, это базовое умение. Болтеры Space Marine, по именно Death Watch, они сделаны как там... Если хэви болтеры, даже в 40 у них ХБ становится ассолтными вместо хэви, то болтеры у них становятся как пистолеты в данном случае. Им все равно. Но с двух рук он просто привычнее, наверное. Тут, на самом деле, очень много даже конверсий, ребят, когда там Space Marine Deathwatch'овский с двумя болтерами стреляет. Ну, то есть, ему вот... Ганслингер. Ганслингер. Ничего, у него как на сервоскаре, маленький антиграфчик на нем, по сути, приделан специальный суспенсор. Так что, да, у тебя в одной руке болтер, в другой руке меч. Можешь кинуть нас меч. Да. Потом ходить за ним. А, сами принесли. Ты не джедай, он обратно не вернется. Да, это понятно. Я просто к тому, что они выбежали и... Я должен как-то среагировать. Да, да. То есть ты можешь среагировать. Я не могу подождать, а легко. Не бегут ли они легко. Ко мне. Легко, почему? Ты можешь хладнокровно ждать, у тебя. Ты не боишься ничего, ты стоишь и смотришь. А вот теперь что-то я испугался. Соответственно, я подожду, пока ко мне прибегут. Ну, мы пробежали еще одно действие вперед. Да. Твой интерсепт, значит, закончился. Ну, то есть ты можешь сейчас как-то реагировать? Остальные маркеры нет, он не может сейчас реагировать. Он на интерсепте хладнокровно ждет. Какой кровожадный зверь. Так, вот этот парняга вышел вот сюда на одно действие и бросил обыкновенную гранату вот в этого парня. Просто когда вы до него дочаржите, вы будете мериться тестом. Кто первый мериться с чем-то со спейсмарином? Да. Окей. А вдруг кто-то окажется быстрее, а он провафлит. Доспех заело. И все, на секундочку. Я люблю оптимистов. 5% граната 36, четко под ногами у тебя взрывается граната. Брат Бьорн, вот тебе 2D6. Я был на верующий, я могу какую-то реакцию сделать? Отбить ее щитом обратно? Нет, просто ногой. Пнуть ее. Но ты не то, чтобы особо видишь, да. Она откуда-то сбоку выпала. 2D6 дэмэджа. Просто брось. 47 неважно, 27 неважно, 81 неважно. 82, неважно, 100. А вот это уже в голову. Ты в шлеме, надеюсь? Нет. Брат Бриорн. Без шлема. Вокруг все взорвалось, куча осколков сечет тебе по доспеху. Никакого урона. Ну, там где-то краска отлетела, где-то небольшая пластина. А вот в голову 2D6 дэмэджа. 6. Легкое ранение в голову. Ну... Бровь мне порезала. Да. Да. Но ты можешь потерять ориентацию за счет этого. У тебя не вот toughness check, да, сейчас? Да. 10. Да, да как же убивать не этих тварей? Да-да-да, черт. Так. Мне в учебке не так по лицу бить. Вот эта зверюшка сверху... Кровь потекла. Прицеливается два действия, и третьим действием стреляет в бомбу. Хорошо. Мы начали что-то подозревать. Давай. 22, хорошо, ты попал. Теперь давай-ка я сейчас кину. И. Если что, 12 дэмэдж. И секретный бросок. Секретный ингредиент. Не смотри. Бля, я сам не вижу ничего. Какие классные черные кубики. Секретный бросок удался. Бомба заискрила. О, мы победили. Да? Правда? Не знаю, она тарахтит, пахтит двигателем. Время поменять паровой движок на новый. Да. Так.
Ну, следующий больной, кто у нас там? Так, а у меня все остальные все сделали. У тебя все за... Да, блипы подвигались, все эти попытались атаковать. Видимо, ну, сейчас тогда, за это накажут. Тогда, значит, этот самый. А там, а тут это стрелял. Молниемет наш. Молниемет. Так, и подожди, то есть я могу сейчас до него вбежать, да, вот так понимаю? Да, 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 да. Ты добежал. Плохой план. Окей. Так, ну это довольно быстрая же фигня. Какая? Вот так, это? вот этим, который боковой, это, кинь тест, не споткнулся ли он об кучу кишок. 39 норм? Норм, не споткнулся. Так, теперь быстренько ты кинь один тест. Ноль. А вторая? Ноль-ноль-ноль? Все, вы вчаржили, у него подзаело доспех. Вау, такое же бывает. Ноль-ноль, то есть он ждал. И не смог отреагировать. Моргнул. Да, моргнул. Моргнул. Очень медленно моргнул. Под с глаз что-то. Че? Сотка, да, это ты молодец. То есть, Марин умеет. Да, то есть, вот видишь, что я говорил. Вот этот парень, который первый, наверное, самый интересный, потому что он чуть-чуть посильнее, он... Он тоже тебе ничего сделать не может. Вдруг он затыкнет его. На самом деле он пытается тебя сграб и уронить. Пытается вот своей тушкой в тебя во все четыре руки обхватить. Вещь? Меньше, чем Space Marine. Это понятно. Но он разбежался. Потенциально. Но я думаю, что шанс там 10%, если разрешат, будет. Слушай, давай мы сейчас это отыграем. Просто кинь. Вот видишь, Space Marine заела доспех мне. Схватить. 0-1. Да, получилось. Ну, то есть влетела в тебя, знаешь, как обезьяна такая. С разбегу. Теперь, значит... Как в новых фильмах про зомби, когда... Проверим работу гироскопа. Потому что у тебя, может, ножки устоят, а в коленях ты подломишься и упадешь, как тебя знать. 64. 64. Ну, в принципе, я думаю, ты отошел на один шаг. Так, не понял. То есть я вешу на этой шляпе. Да, но он на тебе, он налип на тебя. План меняется. Ну и какое-то количество атак. Я не вижу смысла отыгрывать атаки от юнитов, которые не могут нанести урон Space Marine. Ну, естественно. Давай. Просто бить его прикладами. Ну, что-то мы пытаемся. Ты можешь ударить в стену также, с таким же эффектом. Да. Нет. Рано или поздно стена сломается, а Space Marine нет. У тебя сломается раньше винтовка, скорее. Прикладом расщепится. Ну, в общем, все это дело пытается Space Marine контролировать, ну, как-то мешать ему действовать. Мешать, да. Завязать его в ХТХ, да? Бессмысленном, да. И беспощадном. И вот так вот, видимо, у нас кончился ход. Да, а теперь, брат. У нас еще сверху товарищ, который нам кинул гранату. Портит все. Да. А еще за контейнер. У тебя, между прочим, он кровь тебе пустил. Да, я знаю. Я напоминаю. Вот он пустил тебе кровь. Да. Значит, в него камень какой-нибудь его бьет. Значит, 5-10, да? Кусок стены. Он может плюнуть, на самом деле. Это будет достаточно. Не доплюнет. Но не доплюнет. Да, далековато. Я так, конечно, метко. Я, конечно, волк, метко плююсь, но не так. Давай. Волк, кстати, не умеет. Или кулаки не умеет. Кулаки не умеют плеваться. Ну, не суть. Значит, тогда мои действия, значит, увидев, что сбоку откуда-то полетела граната, потом она взорвалась и... Чё себе? Кровь? А у тебя уже свернувшийся гемосидериновый кусочек, да? Что это такое? Кровь. Ну вот, значит, разворачиваюсь. Можно поправку сразу? Глупо. Ты в крови весь. А, это где-то... О, тут еще моя кровь есть. Подожди. Он весь такая, а что-то засохшая. Блин, моя похожа. Значит, разворачиваюсь на месте. Оценить обстановку. Ну, в плане, вот я перед собой вижу. Кто-то, что-то. Этот, на нем какой-то уродец копошится. Оценить обстановку. Ну, это как бы как пауза дыхания, ну или такое как бы действие пропустить. Значит, и после этого выстрелить в того, который меня кинул гранату. Ты и... пока не видишь, где он. Ну, я имею в виду, что... Пауза для дыхания. Давай паузу возьми для оценить обстановку. Ты оценишь обстановку и потом что-то сделаешь. Давай оценим, я сейчас 0-0 кину и тоже такой, ничего не понял. Глаза залило мне просто по уши. Кровью, да. 98. Да, глаза залил, ты не понял. Сделал свое дело, он тебя дезориентировал. Оглушил, да, залил глаза. Значит, я... Ты повернулся, я так понимаю, вот сюда. И не вдуплил, откуда прилетела граната. Нормально. Уверовал. Следующее действие. Еще раз. Поискать. Взглядом. Не-не-не. 26. Черт. Да, нашел. Я такой... Брык. Такой, там такой парень, такой, который чека еще в руке. Нет, такой, знаешь, да вот же он, кровищу размазал.
Все, хорошо. А в остальное, кроме того, что осмотреться, не только его, я могу увидеть. Ну, ты видишь, что тут, да, на нем висит. Ты все видишь, ты все видишь. Пытаешься прикладами бить, колоть, колотить. Да, да. Хорошо, тогда, оценив всю ситуацию, ну, я вижу, брат Лютер справится сам, я думаю. Значит, это как, знаешь, как котенка, когда берешь за шкирятик, себя снимаешь, вот так же вот это будет сейчас со стопыри в четыре лапы. Значит, стреляю, который еще с чекой. Давай. Ланнистры всегда платят. Стреляй. Там. И вторым действием стреляет в этого урода на горе. Давай. Урод на горе тоже, в общем, недоволен. 75. Кинь куда? 83. 83 это в стену. Болт прошел через стену. Ну, стену, да, но я вам просто его защитил. Да, у стены шестой тафности. О, отлично, у меня есть шансы. Только что появились шансы. То есть я попал, но сквозь стену. Да, сквозь стену. Бронебойная. Да, типа того. Только она не бронебойная. 92. 9,2 это у нас. Это грудь. Нет, он сейчас бросил. Это я попал. Куда попал? Дэмэдж ты сейчас бросил. Нет, я куда попал? А, 92 это грудь. Грудь. Грудь через стену, дэмэдж. 8,5. Плюс 4. 4. 12, минус 17. Минус 6. 11. Грудную клетку разорвало. Да. Тут через стену, да. Причем я даже не заявлял спецприпас бронебойный. Как это, как это? Наш план защищаться стеной не сработал. Да. И теперь стреляю в верхнего. 81. Ну ты попал. Пестика на грани, да. Да. У него же motion predictor этот. Пердиктор. 27. 27. Это даже ни в какое препятствие, ни во что, просто в него. Просто его разорвало. Да, я думаю, что ему оторвало ногу. Ну-ка. 9,1 и 4. 15. А, 14. Ну, там, что-то вниз, значит, такое кровавое свалилось. Дождик такой кровавый. Мне не нравится, сказать. Хорошо. Я буду наказывать за это. Давай, брат Лютый. Брат Лютый, на мне висит существо с четырьмя руками. Пытается колотить тебя всякими предметами, да. Соответственно, я хочу его сбросить с себя в правого товарища. И я могу это сделать одним действием? То есть я... Смотри, у тебя... На мне висит... Определимся, у тебя в левой руке болтер, в правой руке нож. То есть ты как бы стоял, они прибежали, у тебя одна рука занята болтером, другая ножом. На тебе висит какая-то херня. То есть ты вообще насадил шампур. Как шампур на шпажку насадил. Вот, либо ты можешь бросить оружие там как бы и его от себя начать отдирать. Бросать? Ну, он может. Устава не положено. Да. А к тому же тут же марин. Там же стронгуляционная линия от устава на голове, да? Да. Соответственно, тогда я его бью мечом и пытаюсь, видимо, это уже второе действие. Ты можешь его просто обнять, на самом деле. Придется бросить. Раздавить. Придется что-то бросить. Да. Ну, хотя да. Давай, ты попробуй. Да. Попробуй его просто раздавить руками. Тогда действительно, я его просто пытаюсь раздавить руками, это первое действие. Не бросая оружие. Зачем ему это насоветовал? Нормально. А дальше, я не знаю, это комби-действие, не комби, соответственно, правой рукой болтером. Просто бью товарища справа, левой рукой мечом бью товарища слева. Да, разные действия. Еще три. Еще один трупа, сюда, да? Другой туда. Да. А вот твоя панама. Это три действия. Так. А еще у нас сзади там непонятный маркер. А их тут знаешь сколько? Я бы после этого развернулся, тот, где непонятный маркер, и снова стал бы на Overwatch. Ну да, в общем-то. Или можно... А на маске в этот момент сделать так, да? Он уже уверен, что он всех троих убьет. Да, вот меня тоже смущает. Мне же надо проверить, что... Нормально. Если я возьму паузу подышать, то... Возьми. Ты все равно убьешь. У тебя 5 действий. Возьми одну подышать. Ты знаешь, что обычно, когда ты кого-то тыкаешь большим ножом, он умирает. Если это что-то, то я умираю как минимум с тебя. Я могу повернуться и встать на Overwatch одним действием. Конечно. Ну, да, если они умрут, если дальше будет ХТХ. Ну да, тогда я беру паузу на дыхание, и у меня остается действие, которое я потрачу. Давай теперь реализуем твой доканинг план. Давай, первый. 88. Тест на силу. У меня, по идее, тест на... У тебя никакого теста. Я же вижу. У него просто тест на силу, да. Я думаю, что там просто лепеха получилась. Ну, тебя забрызгало не кровью, на самом деле, каким-то таким розовато... оранжевым ихором.
говном каким-то. Давай, короче, бросай следующее. Ну, правый удар болтером. Давай. Так, тебе там, наверное, еще видно. 32. 32, нормально, по-моему. У нас здесь, как джентльмен, мы верим на слово. 0,7. Увернулся. Какой вообще? На один дюйм правый. Ты тоже радиолог, да? Только это я болтером бил. Ты тоже радиолог. Это, наверное, правый. Право, лево. Право же с этой стороны. А, да? А я понял тонкую шутку про радиолога. У нас на экране просто все наоборот. Право, слева, лево, справа. А, окей, ты я же рисуешь. Ага. И в левого 33. Ну, мы все равно попытаемся вернуться, нам ничего не мешает. 92, видимо, нет, да? Нет, тут не помогло. Не утруждайся, нет. Я сразу уберу. Сразу половинил. Так, у тебя на самом деле остался противник. И одно действие. Да. Два. Нет, у него пауза была. То есть он постановил? Да, он этим все... Раздавил, право, лево и пауза. И пауза. Но он находится в ХТХ. Так что все нормально. Выстрелим в башку. Болтер, не пистолет. Для него пистолет. Для него пистолет. Я ему пинка могу дать. А он ударил вас по ним. Ну ладно, хрен с вами. Пускай. Давайте. Я лучше пинка ему дам. Драгоценные патроны. Ты можешь ударить болтером? Еще раз. Я уже правильно, пробовал, пусть он сломается. Попал. Кстати, да. Он может сломаться. Это не бронированный бог. Да, бог из машины, может быть, покарает тебя за такой. Да, поэтому брось тест. Я сейчас вспомнил, что такое может быть. Сколько? 10. Нормально. Болтер у тебя не сломался. Все хорошо. Все хорошо. И, соответственно, я попробую пинком ноги. Отправить его, да. Давай ты. Да, поворачивайся и пинай. 27. Я же уворачивался уже, да? Да? Да, ты уже уворачивался. Наверное, от пинка ноги блокировать его при помощи шотгана от Space Marine не стоит. Ну попробуй еще раз. Вот так по ботинку просто. Я думаю, что шотган просто может оказаться прям в культисте. Короче, культист впечатался в бомбу. Такой. И повис тут. Мы ее тоже росим кровью. Это так печально, что я сейчас буду петь и танцевать. Хорошо. Давай дальше. Закончились, да? Теперь мы можем. Да. А бомбы? Бомба потом. Она прошлый ход наискрилась, сначала людишки. До того, как бомба начнет двигаться, я хочу реализовать целый свой маркер, специально для этого туда поставленный. Отложенный. На самом деле, вот эти ребята, которые сейчас выбегают, их задача ровно одна. Они с разбега атакуют бомбу, не пытаясь ее... уничтожить. Они пытаются своими телами ее уронить. То есть тупо... Завалить ее с гусеницы. Да. Три парня выбегают и, как это, в лучших зомби-традициях, пытаются что-то там уронить. Три парня вот прямо вот отсюда с разбегу пытаются влететь в бомбу. У них одно... Что мне нужно сделать? Ничего не нужно. Они добежали. И нужно покидать тесты на силу. Давай суммарно, если они втроем... То есть тельцами пытаюсь бомбу прокинуть. 84. Упс. Нет, я старался. Ну, я старался. Нет, они все набежали, ударились и сползли. Ну, и после этого, в общем, там пытаются скрестись. Ну, как-то на бомбе там повисли. Мы пытаемся и там залезть и под... То есть реально люди, жертвуя собой, пытаются залезть под эти, под траки, чтобы там, перемалывая их вот эту вот штуку, когда поедет, заклинило. Ну, мы они такой... пытаются набиться, да, в катки. В катки набиться. Как грязь. Да. И второй блип, который у нас здесь появляется, пытается выскочить отсюда. Там у нас... О, тоже ты, парни, отлично. Мастер хороший. Вот. Мастер дал мне простыню. Носок. Носок. Так, в прошлый раз у нас не получилось с одной бензопилой. Я уверен, что с двумя... А там есть еще этот катер такой. А я вот не знаю, как вот этот? Да. Он то же самое делает. Просто попытаешься откусить руку целиком. Да. Вообще с удовольствием это сделаю. Еще три штуковины. Тут кто-то в трех руки. Господи, какой безумный человек их лепил. Ты? Побежали. Это КВ. Так, я пытаюсь добежать. У нас 4 действия, то есть технически я могу успеть. А да. У меня будет все по одной атаке, да? Да, по одной атаке. Окей, вот тут сбоку в тебя пытаются вбежать. Ну давай. Удиви меня. А, я выстрел разочку. И даже два разочку. Так, окей, первая атака идет от парня, который с кусачками для забора, видимо, как это называется? Болторез.
Нет. Но большой. Которыми ограды стригут. Живую ограду стригут. Подожди, он хочет... Секатор это называется. Секатор. Сережа, тебе хотят откусить болт. Да? Давай. Как минимум украсть. Ну, вперед. Так, атака была сбоку, да, я так понимаю? Да, да, да. Хорошо, это плюс... Попали. Попал, хорошо. Что там, что контратака, это парирование, да? У тебя сейчас это тяжело сделать. Сбоку. Ты их фигово видишь. То есть у тебя что-то сбоку в тебя попало. Не, можно. Почему там? Ты можешь. Половинец. Ты можешь, да. Я же их увидел, что там. Где-то там что-то куда-то убежало. Ну, мне ты можешь парировать. Давай парировать. Кошка. Кошка, конечно. 86. Походу, дело не получилось. Походу, не получилось. Он таки укусил тебя. Я. Вот сейчас, при помощи этих кубиков, я буду наносить Space Marine добро. Давай, добро. Сколько добра принесло? Сначала куда? 41. 41. Очередная рука. Это рука. Давай, какая рука? Какая это важно? 81. Это правая рука. Как раз. Это правая рука с мечом. Это же очень удобно. Так, а вот эта штуковина сколько у нас, я не помню, должна была отрезать? 2 до 10. 2 до 10, все верно. Сейчас мы сделаем больно. 8 и 6. 14. Не пробил. Ты подпомялся доспех. Был круглый, стал такой с двумя цепками. А парень, который уже с пилой, с нормальной, атакует тебя... 0-7. Еще чуть-чуть, я был бы крит. Да, попал. Время уворачиваться. Ну хорошо, уворачивай, давайте. 73. Нет, похоже, пила вгрызлась в тебя. Это тоже сбоку атака была. Ну давай. Да, да, 25, 35. Это пах. То есть, у меня там кольчуга, у меня плотивный доспех. То есть мелкий посмотрите тебе пах. С болгаркой. Подлезает. С болгаркой режет тебе доспех. Давай. А знаешь, почему у него три руки? Двумя режет, третий он ждет, когда упадет. Домой понесу. Трофей. Так, вот сейчас надо бросить хорошо. Давай. Очень хорошо. Я отрежу ему яйца. И... Нет. 11. Ну, зато хорошо поискрило. Да. Я такой, ох она, ничего себе. Ну и третий делает следующее. Он не атакует, он заходит вот сюда. Понятно. Ну, я его никак реагировать не смогу. Все? Реагировать. У меня подействовало все, что могло. Видимо, сейчас мы начнем кончаться. Теперь бомба. Теперь бомба. Это правда. Перемалывая людей. Сейчас. Бомба у нас искрила. Она там не нравилась. Она поехала. И начала перемалывать, видимо, людей. Сори. Такой, значит, труп с нее свалился, значит, она начала ехать. Я накидаю тестов. Я вам так просто не скажу. Да, у нее культисты там пытаются. Они есть. Просто вопрос в том, насколько эффективно она преодолеет это препятствие. Просто представляй себе этот трак, значит, там такой культист. Так. О-о-о! Как кусок чего-то. Так. Двоих перемололо, одного там заклинило вместе с ружьем. Отлично. Надежный шотган сделал свое дело. Она далеко не уехала. Она вот здесь вот она так прихрамывая, значит, едет. Этот там болтается в бомбе, намотанный на траке. Кишки там его забивают катки. Вот. Есть? Я кончу. Вы продолжайте, брат Бьерн. Мы тебе сейчас отрежем. Омлет. Мы сейчас тебе отрежем. У меня же комбо этот самый... А вот, кстати, никто не знает, есть они там или вот нет. Давайте узнаем. Вскроем доспех и посмотрим. А давайте это остается тайной. Ну вот, тогда вопрос такой. Я же, если вспомню миничку, болт-пистолет-то я же могу. Хорошо, тогда это же комби-экшн. Ты имеешь, что пестик... Ты стрелять хочешь? Состегнут? Или он у тебя... А что ты у него спрашиваешь? У тебя ты сам модель сделал. Вообще-то у меня отдельно. У меня как бы щит, он прикручен как бы к поручу, а болт-пистолет отдельно. Но ты из него стрелял только что, он у тебя в руке. Я понимаю. У тебя в руке болт-пистолет и в руке меч. Что ты хочешь сделать? Я хочу убрать болт-пистолет и достать нож. Зачем? Двумя. Чувак, это уже статья. Голодняк-то. У тебя есть щит. Зачем? У тебя есть щит. А когда мне меч поломают, буду ножом резать. Меч поломают. Ну, я не знаю, застрянет в комплекте. Что я должен сделать, чтобы сломать ему меч? В костях. В пиле. Подожди, вот когда он начнет пилить мне правое бедро, он сломает меч. Кстати, да. Шансами титан. Да.
Так вот, ладно, хорошо. Тогда, так, их двое, один у меня трое, сзади. Да. Да. Перед тобой двое. Один тебе кусает руку, другой пилит яйца. Там и такие. Значит, а третий что-то делает сзади. Это я вижу. Готовится, наверное. Сенсоры сказали ему что-то не то. Паскуденыш. Ну, колосборник вынюхивает. Ну, походу, у него такие щупальца на носу. Доктор, зайди. Хорошо, на самом деле не смешно, потому что мне никак не свалить ни одну из этих больших страшных тварей. Значит, хорошо. Первое действие – это комби-экшеном вот так вот развернуться и при этом ударить Лёва с кусачками щитом. У тебя половина ЦВС, да, ты помнишь? Да. Ты не боишься этого? Почему? Он амбидекстр. Но он ничего не боится. Я ничего не боюсь. Он не боится ничего. После этого, значит, ударить его щитом. Он его просто, знаешь, такой, это у него висит на руке, он его приподнимает, пэм, пошел отсюда. Значит, как в пинг-понг, да? Да-да-да. После этого с шагом вперед, ближе к этому, ударить пилой мечом сверху вниз, который циркулярный пилой. А тот сам убежит, не обращай на него внимания. И ползает дыхание. Давай, хорошо, поехал. Я не столько сошел с ума, чтобы начинать уже просто... Погнали. Так, давай. Первое действие. 83. Пэм. Ну, нет. Ты его как бы приподнял, он не отцепился. Он висит, продолжает висеть. Как спиннер начал вращаться. Да, ему... Вот ты не знаешь, что... Наматываться. А, это который с кусочками? Ну, нет, ты в него попал как минимум. Давай кинь, что с ним произошло. Он не улетел, но куда ты попал? 93. Это в башку. 20 на инициативу. Если что, там пытаюсь как-то жопой крутить. Нет, все хорошо. Докрутился? Он тебе просто этим самым кромкой щита срезал голову. Ок. То есть, нет, мертвое тело все еще висит у него на руке. Он его не стряхнул, понимаете? Да, он кусачки сжал и висит без башки. То есть, как бульдоги, так. Да. И повис. Значит, тогда вместе с ним на руке висящим шагнуть вперед и... Он у него теперь флейл? Да, он тебя теперь замедляет. Да, он меня замедляет. Но тебе не все равно ударяет. Им можно драться. Да, я 81. Я попытаюсь увернуться. Да, уворачивайся с большими плюсами. А, нифига. Да. Я его буду парировать. Я запарирую, отпилю тебе эту руку, чертовой матери. Смотри, как это делается. Вместе с этим чуваком. 0-4. Да ты лишь мне то, что висит на руке. Он парировал. У нас технически может быть сейчас сломаться оба этого. Киньте 2. У кого больше, тот у того зубья и не заклинит. 45. Да, свои морские зубья лучше оказались. Такой вытащил оттуда шлифовальный станок. Ой, говорит, у меня теперь обрезной дизель. Ну, по крайней мере, я выжил. Ну, это да. Да. То есть в ответку я сейчас могу ударить, но это будет improvised weapon, D3 плюс ничего, окей. Так, значит, это было. Так, это был второй, потом паузу дыхания, я оценю, что тут у меня висит на руке, продолжает. Это передо мной. Так, я разверну вот этого парня. Ну, да, я... Без пилы, по факту. Шагнул сюда такой. С висящим этим чудиком. Так, и ход у нас... Мой, скорее всего. Нет, мой. Твой. У меня на руке висит. Да. Осталось 2 действия. А, да. Осталось 2 действия. Ты стряхиваешь. Угу. Да, значит, висит человек этот странный у меня на руке. Тот пилой что-то пытался... А, у него исчезла пила. Теперь у него... Балка. Шлифовальная машинка. Да. Могу ботинки отшлифовать? Так. Хорошо, значит, мои действия. 162. Один из них мертвый. Да, я понимаю. А второй почти мертвый. Бью все равно пилой мечом тот, который стоит передо мной, хоть это на мне висит. И потом с щитом пытаюсь сбить с руки. Давай. Первый удар пилой мечом. 68. Ну да, ты попал в него. Нет. Нет. 65. Рука. Рука. Какая рука, давай? 13. Левая рука. Левая рука. 5. Не впечатлил, легкое ранение руки. Вообще просто вывин. А, так висит, чувак. Да. Да, мешает, логично. Мешает. Хорошо. Пытаюсь стряхнуть тот, который на руке висит. Он явно, я понял, он явно мешает драться. 49. Ну, ты в него попал. В него, по-моему, не попасть. Да, нельзя. В него немножечко не попасть, мертв. Да, он мертв. Отлично, оба кубика встали. На ребро. На ребро. 55.
10, 65. Рука. Ну, да. Ты куда? Попал в тушку, видимо. Да, ты куда-то, да, попал в руку. 0-3. Все, ты отрубил эту руку щитом, и он отвалился. И бенч. Так, и слушай, рукопашка-то у нас продолжится. Да. Вы мои хорошие. А, подожди, ходит теперь наш. Ходит теперь брат Лютый. Лютер ходит, да. Лютер, да, давай. Это Лютер. Живых целей у тебя. Да, вот этот парень, кстати, вышел из ХТХ. Мы им сейчас пинков надаем. Живых целей у тебя две. Одна в ХТХ связана и закрыта братом. Другая трехрукая хрень. А еще у нас в мини кишки одного товарища. Надо пальцем там выковыривать. Кровь. Да, то есть вообще, то есть, там мины из крива, например. Space Marine может попытаться починить, понять. Но он или не техник. Не, он не техник. Понятно. Это умная мина, она едет сама. Да. И кишки, да. Как бы в Death Watch такие, так, эти умеют стрелять, но не умеют чинить. Выдайте им автоматическую мину, чтобы она делала все сама. Значит, то есть, когда выдавали мину, я так понимаю, Adeptus Mechanicus, они говорили, ну хоть кто-то умный у них есть. Такие. Ну, или, говорит, вариант вот два. Либо она едет сама, либо мы просто на спину ее привариваем. Он ходит и не думает. Его боевая задача — убивать ксеносов, а не носить, а не ремонтировать мины. Да, давайте, короче, погнали. Ну, тогда я, видимо, просто... У нас осталось всего две цели, насколько я понимаю. Ну, одну ты толком не видишь, одну, она за боевым братом, а вторая, она выпала из ХТХ. Не то, что толком не видишь, ты ее вообще не видишь. Я ее вообще не вижу. Весьмар — это препятствие. Шкаф. Да. Непрозрачный. Сейф. Да. Соответственно, я первым действием подхожу и пытаюсь ударить мечом. Ты можешь выстрелить, ты можешь все что угодно с этой парой. Да, я могу выстрелить, но я думаю, что болты нам еще пригодятся. Экономный. По кодексу работает. Конечно. Да. Когда можно экономить болты, экономь. Да. Желеман был мудрым человеком. И вообще, мне очень нравится, как они умирают от меча. Хорошо, давай. Клятый извращенец. Подел вот. Моего меча. А, так, я же должен все действия сразу заявить. Да, да. Я, ну да, и дальше я возьму паузу на дыхание, чтобы посмотрим, попаду я, убью ли. Хорошо, ну, давай. Видимо, ты ворвался. Да, а может, ты просто его прочаржишь с собой? Нет, давай, ну хочет человек проткнуть мечом. Нет, ну, не вопрос. Сережа, пусть подойдет да пырнет, что, какая разница. 51. 51. Мечом бьешь. Да, мечом. И у меня в руках тоже что-то такое. Да. Я пытаюсь парировать, ударить в ответ тебя. Нет. Нет. 91. В куда теперь попал? Попал 29. Прибавь к этому 10, 30. Потому что мы в рукопашке. 39, 39. Это, если не ошибаюсь, рука. 35-65. Да. Какая? Какая? 86. Давай. Правая рука. Ну и нанеси мне дэмэдж, возьми до 10 и прибавь к этому 20. Д10, 1. 1 до 10. Угу. 23. 23 в руку. Ну, думал, есть мнение, что у него руку оторвал по самые по ноги. Так это, да. Докипей. Давайте отрежемся руку. Да, отвалилась рука. Ага. Вместе с парнем. Ну, видимо, да, там систем шок. У тебя пауза дыхания сейчас работала и остается... Мне надо оглядеться, или я могу сразу пытаться? Ну, ты типа как автоматом оглядываешься? Типа, ты типа уже, да, посмотрел, что где, в общем, все нормально. Угу. Видишь, что волк там... Наверное, он справится. Да, яйца ему полируют. Извините, я поцарапал, теперь я подполирую. Полируют надо. Я еще бы покрасил, но сейчас своей кровью. Давай. Подмажу. Тогда, ну, я вижу, что волк справится, надеюсь. Ты не надейся, он справится. Не, ну всегда можно кинуть 100. Это не раз подряд. Это не спасет того парня, вот в чем проблема. Я посмотрю сенсор. Хорошо. Ну. И... Ну да, действие у меня уже. Ты можешь сообщить о том, что. Да, и сообщу. Если ты что-то видишь, я-то как бы в этот момент нет. То окей. Можешь мне сообщить. Да, да, еще единичку. Больше ну, хочу единичку. Окей, значит, один из сенсоров у нас здесь есть. И еще один сенсор у нас где-то вот тут, в этом районе. Других целей у меня для Они вас. Они видят нет. Так. Надо нет, не вижу я его. Не видишь? Нет, вот так не видно точно. Вот надежно? Да, надежно. Я старался.
Бомба. Бомба, значит, продолжала. Катай. Трупак. Что? Так, я... Мои действия сейчас, да, так, по идее? У меня вот там вот парень, который пытается при помощи пилы уязвить Прейсмарина. Больше пилы. А на самом деле у меня три действия. Да. Четыре. Это многорукие. Выхожу из ХТХ. Выхожу из ХТХ. Вышел из ХТХ, развернулся и теперь бегу со всех ног, как только могу. Тупо от тебя. Бегу я на 5. Что? Извини. Конец? Там не дополировано. Сколько ты убил? Я? Сейчас сколько ты убил? Двух? Одного? В бою? Да. Вот этом, в ближнем КТХ? Или вообще? Да. Имеешь в виду вообще за всю игру? Сейчас одного, да? Сейчас убил одного. Там еще убил троих. Шестерых он убил. Четверых. Ну да. Сейчас твой ход. Да. Кинь тест. Че, крышу снесет? 91. Да. Ты начинаешь впадать в боевую ярость. Тебе хочется убивать. Да. Догоняй. Надо было бежать раньше. Догоняй. Больше ты ничего не можешь делать. Твоя задача, ты хочешь догнать его и распотрошить, вот просто он плохой. Он пахнет кровью. Его надо убить. Чё-то, ребята, я вас боюсь. Ну, окей. Одно действие с максимальной скоростью, рывком, и просто вот так вот, как бы, даже не в него, а скорее рядом с ним, просто под ноги пилы мечом, пык, чтобы ножки бежали дальше, а и ползать дыхание. Кровавая ярость. Корректировка, не ты больной, он больной. 68, получилось. Попал, я даже не могу увернуться, это для меня внезапно. Давай. 83. 93. 93. Грудная клетка. Грудная клетка, я вот его пополам. Хотел по ногам. 7,6. 7,6, и ты, может, ты за спины бьешь, тебе как крит это идет. Да. 7,6, это 13, 26 плюс 40. В общем, у тебя как бы ножки такие, как у дроида в фильме. Еще какое-то время, еще метров 10 пробежали вперед, как курица без головы. Да, ну брось его там где-то, он где-то разрубил вот его пополам. Он уже умрет. Сорванная башня. Мать божья. Пауза дыхания. Что-нибудь я увидел вокруг себя. Да, он же. А я могу попытаться? А что, как бы, кровавая ярость хорошо, но я все-таки с Прейсмарином такой так. Выдохнем уже. Обвел, разверните его мордой сюда. Он обвел, значит, кровавым взглядом, взором, значит, залепленным кровью. Норм. Вроде свои все. Вроде врагов-то не осталось. Окей. 100! Но нет. Давай, теперь кинь скатер. И ищи себе врагов. Да, ищи. И теперь ты на все свои действия бежишь искать врагов по стрелке. Вот туда побежал искать врагов. Сколько у него осталось действий? У него три действия. Три? Ты же, он прямо бежит. 15 дюймов, он бежит. Надежно. Он убежал. Ему показалось, что там, знаешь, что-то есть. Знаешь, это выглядело так, это... Апорт, песик. Все. Убежал. Классно. Ну, 100. Нет, они там точно есть. Да, кинуть 100 на тест, это здорово, хорошо, это мне нравится. Это мы любим. Так. Можешь охреневать. Вся ответственность теперь на тебе. Я могу как-то попытаться позвать. Ты можешь крикнуть мне в спину, типа. Да. Куда? Эй, ты. Ну, берсерк, понимаешь? Ну, вы же знакомы, вы же на самом деле типа в команде в одной-то воюете, я так понимаю, некоторое время. Уже, в принципе, все маленькие слабости других знакомы вам. Возможно, а может и нет. Ну да, блин. Опять. То есть... Как, это так же, как было в Далласе? Ё-моё, а там что такое? А здесь, знаешь, это в прямом смысле нарезался. Нарезал целую кучу. К вечеру опять вернется в бараке, говорит, с ушами нанизанными там на веревку. Так, ну давай. Да ты. Слушай, он хорошо будет смотреться в печатный. Я думаю, да. Отлично. Ну, соответственно, мне надо остаться в 6 дюймах. Поэтому я делаю движение. Ну, два, соответственно, просто шагом. Ну, логично, что не надо идти в урбанизированную местность, пускай лучше... Почему он встал-то? Он такой, я еще живой, нет, я мертвый. Да, как курица, все еще бегает без головы. А там еще бежит. Да, там ноги еще бегут.
Ну и буду ждать, просто встану на вервочек. Куда? Куда ты будешь смотреть? Вот я встал вперед. Вот так, все. Да, у нас же только спереди. Хорошо, хороший план. Отличный план. А вот Джейн, еще такой вопрос технический. Там волк же видел тот маркер. Он не видит, что там? Ты тоже знаешь, что по маркеру. Маркер там виден был, если даже я его видел, то, по-моему, мы знаем, что, ну, вроде как, там наверное, был всплеск. Что-то там есть. Это может быть крыса, это может быть... Он может идти под... Стиллер, это может быть хайф-тирант. Да. И мы его не видим. Хотя хайф-тирант, я его все-таки таким бы так бы... Да, подвинь там бомбу, она ближе к ультрамарину, она вот сюда подъехала, да? Или ну дальше? Да, там, подальше. Мы катаем с собой гражданина? Да, он в гусеницах там его останки. Там, может, не перемалят его уже? Все-таки это железный гусеница, а он все-таки костяной. У нас все-таки был металлик. Возможно, возможно. Там у него была детская травма. У него была травма, у него внутрь поставлены какие-то штифты металлические. Да. Бедро. Титановые, например. Титановые. А он адамантиевыми гусеницами не перемалывается. Возможно, не перемалывается. Ладно. Короче, вот так. Мой? Встали. Да? Значит, из новостей. Вот тот трактор, видите? Он завелся. Бензовод. Бензовоз завелся, я пытаюсь по инициативе сразу как бы поехать пытаться. Давай. То есть не ждать, пока там движок прогреется, давай. Все дела. Так, нет. Нет. Но он пока начал идти. Заводиться, то есть вот он завелся. Маркер вот этот вот, он переместился куда-то за бензовоз. Все. Других новостей у меня для вас нет. Ваш ход, кидай тест. Давай еще соточку. Мне понравилось. 7. Нет, все, ты такой, что это я? Да не-не-не-не. Показалось. Значит, мои действия. Я, значит, возьму одно действие на оценку ситуации. Я только что тут бегал и с воплями всех рубил, а потом почему-то очнулся в другом месте, где я... Голый. С милым мечом. Значит, вторым действием. Оценка ситуации, это как бы будет... Как пауза из дыхания. Давай, согласен. Но с броском как бы так. Пойдет, давай. Good. 32. Хорошо, ты оценил ситуацию. Там заведен трактор, чего не было. Бомба подъехала ближе. То есть ты такой выпал просто из времени. Такой, а что? Трупы кровавые валяются. Хорошо, тебе тогда нравится. Делаем вот как. Значит, я перемещаюсь в сторону контейнеров на 3 дюйма вправо сюда. Чтобы уйти от бочек, потому что я, конечно, дурачок, но не настолько. Не бывает смешно пробитью. Дышать зеленой жижей. И прочее. Ну, мне не страшно, скорее всего. Так, я перемещусь. После этого. Шлема страшно, может быть. Два раза хорошенько прицелиться. Ну, как бы коммерчески снять крак-гранату. И метко попытаться забросить ее. Я вижу объект, надо его ликвидировать. Потому что потенциально. Может быть, это друзья. У меня в условиях миссии не было сказано, что здесь друзья. Вот это ты истратил, да? Хотели подружить с нами. Было самое, это было отошло. Главное, они таскают бомбу массового уничтожения. Окей, даже с друзьями. Хорошо, давай. Ты два раза прицелился, отойдя. И так, гранату. Давай, удиви меня. 48. БДНч? Да, попал. Так, ну что, взрывайте гранату. Давайте мы сейчас определим, куда мы попали. Там, значит, следующий алгоритм у машинки. Это у нас Tracked Vehicle, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, в смысле, это не колесная. Это... Значит, там это раскладка следующая. У нас есть 15% шанс на попадание в движок. Ну, что именно он будет поврежден. У нас есть 50% шанс на попадание в траки. Все остальное идет в хул. Оружия здесь нет. Понятно. Но это бензовоз. Ну, вот это ты не знаешь, будет. Этот заведенный трактор. Вот просто машина с чем-то. Хорошо, ладно. Давай. Может, 15, потом 50. Да, может они молоко возят, потому что им надо... 22. Значит, мы попали в траки. Да. Получилось. Какой? Но у нас и дэмэдж. А какой дэмэдж? У тебя крак 2d10. Кидай в какую гусеницу? 23. Ну, левая гусеница, традиционно. Она дальше. Неважно. 50 и 10. 5. Нет, 5. Это 0? Это 0. Нет, это 10. Это 10. Это он сейчас дэмэдж бросает, да? Да, он до 10 бросает. Да. 15. Это легкое ранение в гусеницу, потому что у этих штуковин... Ну, там нет легких ранений, там есть условные хулпоинты. Ну, короче, ты не сорвал ей гусеницу. Просто... Бэм! Что-то с ходовой не то. Ладно. Блямкнуло. Будем пилить мечом.
как Dawn of War 3, где он подбегает и банку пилотирует. Ты кинь тест. Только что на корпусе взорвалась. На охренение? Я охренел. Нет, на оглушение. 41. Нет, они не оглохли. Все нормально. Мы не слышим. Да, да, да. У нас же нет ушек. Ну, все равно ударная волна нам понимаю. У меня там второй, правда, еще парень. Можно на него тоже бросить? Да, бросить. Запаниковал? Куда-то туда убежал. Беринг аут такой, знаешь, покинуть машину. Такой держать за уши, там кровище какая-то. По-моему, мы горим. Да, ну вот так вот ты взорвал, увидел, что что-то произошло. Не, на самом деле, хулпоинт это один снял с гусеницы. Это важно, их там всего три. У меня нет больше гранат. У тебя есть пиломеч? Главное, что ты гораздо эффективнее, ты сделаешь руками, ты не поверишь. Второй больной, давай. Так, у нас есть бронебойные патроны. Угу. Спецбоеприпас. Точно. Пришло давай. Время. Они вообще-то должны для того, чтобы простреливать туши тиранидов. Ну, это будем считать, что железный тиранид. Там внутри есть тиранид. Будем считать это хитиновым покровом. Давайте, погнали. Отлично. Я перемещусь чуть вперед. Сюда. Действие. Ай-яй. Как раз я остаюсь в шести. От мины, чтобы она ехала за нами. Переключусь на бронебойный боеприпас. Угу. Я так понимаю, я могу это сделать комбидействием с прицеливанием? Нет. Тут тебе надо вогнать этот самый, потом поднять. Ага. То есть болтер. Это отдельное, отдельное действие. Ты щелкнул и поднял. Отдельное действие смены боеприпасов, прицеливание. Угу. Хорошенько прицелить. Чтоб хорошенько, прямо, это в смысле на два действия. Да, и прямо ему влепить в амбразуру. Окей. Okay. И выстрел на... Ну он пробьет все остальное и попадет аккуратно в амбразуру. Да. Ну, давай. Куда-нибудь. Хорошо. У тебя все получилось. Сейчас в конце концов 96-100. Да... Никто не отменял. 58. Черт, попал. Да, попал. Очень хорошо попал. Вошло. Давай куда смотреть. 65. 65. То есть, это... видимо, в гусеницу ту же самую. Нет, давай в какую? В какую? 11. 11. Да, это левая гусеница. То же самое. Как туда подстрелить? Ну, как он... Да, как-то так, странно. Да нет, он отсюда ее видит, в общем-то. То есть, в крайний краешек бьет. Да, он так, выбивает да. Вот тот винтик конкретно. Да. Давай дэмэдж. 3 до десятых. Да, там какой-то пулька волшебная. Пулька волшебная. Да. 4, 5, 14. Еще один хуйпоинт. Окей, сказал я тебя запомнил. Тест. Болт. 89. Неплохо. Нет, нет, нет. Не оглушило, но ты не испугался. Такой, то есть, что-то было. Что-то взорвалось. Бум. Слушайте, что-то стучит. Да. Что-то по нам, походу, похоже, мы под обстрел. Что-то стучит в моторе. Это какая херонейшая от ужаса, чувак. Да. Так, и чьи действия теперь? Мои. Теперь твои. Самое крутое впереди, до него осталось полпути.